мало ли что такое «я люблю», что это такое «я люблю». Надо же смотреть, что такое «люблю». Да. Я люблю, когда меня гладят по головке, и очень не люблю, когда дают подзатыльника. Что такое «люблю»? Надо подумать. Да. Как это такое? Я что, я люблю так, чтобы расстроить всю семейную жизнь его, да? Это что такое за любовь? Это эгоизм. Это совсем не любовь. Дело вот в чем. Надо же знать, что если любовь, если мы говорим о любви, то она распространяется действительно на всех. Я всем хочу блага. И мы действительно иногда встречаемся, когда влюбленные, они готовы, вот, иногда до смешного доходят, такие радостные, все идут, всем довольны, всем они готовы, благо. А тут что такое? Нет, мне. Я готов разрушить семью ради чего? Это называется любовь? Это не любовь. Вот что надо сказать. Это не любовь, если вы разрушаете семью другого человека. Это не любовь, а это зло. Зло. И надо все-таки это понять. Если не хотите, да, причинить этого зла, то не делайте, пока не поздно. Потому что такая вот любовь – это бумеранг. А бумеранг, знаете, такой, китайцы – орудие, которое попадет в вас самих. Вот что надо делать. Увы, как и с любой страстью бороться. Как с пьянством, с наркоманием, к воровством. И так далее. А то начинают говорить, как это, да. Христос, кстати, самое интересное, что он очень часто, Христос даже на первое место ставит прелюбодеяние, называет это одним из таких первых грехов, которым, видимо, особенно часто подвергаются. Очень часто говорит о прелюбодеях и говорит очень сильно и строго об этом пишут. И об этом говорит Христос, об этом говорят апостолы, об этом даже говорил Ветхий Завет. Это всюду, все Священное Писание, оно прямо, да, говорит о том, что это одно из тяжелых преступлений, которые увы, присутствуют в нашем мире.